Oh, shit. Here we go again. А астрологи объявили неделю пауков, с вами Сын. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Web. На русском она называется Пау. Я не знаю, почему Пау, я перевел язык на русский, собственно, мне написали Пау. Раньше тут было Web. Начинаем, посмотрим, что это такое и что нужно делать. Разработчики хотели бы выказать уважение племенам Джаггера, Турмал и Губи-Губи, коренным обитателям земель, на которых создавалась игра Пау. Окей. Так, игру посоветовал подписчик, кстати. Вы АСД нажмите, чтобы двигаться. Так, это я. Тихо, 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 ты кто такое? Отшатнись. У, сука. А WA не работает, WS, только DA. Ты хороший или злой? Ну, я двигаюсь. Удерживайте Q, чтобы танцевать. А, ты друг. Танцуем. Давай, давай, другалек. Чтобы навести паутину на цель, используйте мышку, затем левой кнопкой, чтобы прицепить ее к цели. Пью. Уи. Ля, я Спайдермен. Танцуем! Наведите прицел на точку, удерживаете правую кнопку мыши, чтобы начать плести паутину. Сюда. Теперь наведите прицел на вторую точку и отпусти правую кнопку мыши, чтобы построить соединение. Сюда. О, как хитро это все придумано! О, как хитро! Ничего себе! Ничего себе, я архитектор! Так, в смысле, мне тут и самое держать надо мои владения. Давай, погнали. Это в смысле? Это грязюка какая-то. Я паутину, конечно, сплел, я павук тот еще. Смотри, что могу. Мэри Джейн будет моей. Подальше так, опа. Опа. Пройти можно? Наведите прицел на точку и удерживайте. О, хорош. Танцуем. Так, секунду, ты где, другалек? Так, хорош, сейчас. Опа. Опа, танцуем. Надо танцевать. Ля, у тебя паутина, конечно, слышь. А ты что такой сильный? Так. Танцуем, да. А как ползать по твоей паутине-то? Что такое? Что случилось? Там что-то копошится, там враг. Уходи! Уебу! И чё это? Нет, такая красивая паутина была. Ты что делаешь, птица? Я тебе сейчас заплюю тебя паутиной. Нажми Е для стрельбы лазером. На. Паутиной плюнул. Нет, оставь. Это друг мой. Зачем тебе паук? Ты что, пауками питаешься, дурнина? У, сука. Нажми Е для стрельбы лазером. Я, блин, мстить буду. У, сука, как я зол. Здорово. Привет, подруга. Я все видел. Мне очень жаль.
Эта огромная злющая птица уже долгие годы держит в страхе весь лес под небесным шалашом. Она столько моих родичей съела, но мне кажется, на твоего друга у нее другие планы. Шалашник коллекционирует синие камушки, а твой возлюбленный как раз ослепительно синий. А приходи-ка к моему старому гнезду. У меня есть идея. Слышать, ты меня унести не можешь, ты же летаешь. Ё-моё, как у тебя гнездо-то большое. Вообще ни разу незаметное логово. Этот моток шелка выглядит не очень впечатляюще. Но когда-то он был моим домом. Довольно впечатляюще. А, ты меня на веточке взял, спасибо. Муравьи пришли ко мне со смелой идеей превратить его в воздушный корабль для обороны от врагов. Он так забавно говорит: мяу-мяу-мяу-мяу. Я еще не согласился, но может быть сейчас нам как раз и нужен такой смелый план. Если ты подсобишь им с постройкой корабля, то сможешь попасть в небесный шалаш и спасти своего парня. Только тебе, конечно же, понадобится топливо. Я бы обратился за этим к навозным жукам с холма. Попросить помощи у муравьев. Добыть топливо. Каждому путешественнику нужен проводник. Пчела вот как раз подойдет. Лучше, чем пчелы, небо никто не знает. Подружиться с пчелами. Да. Отличный план. Он так смешно говорит, я не могу просто. Иди, мой дружочек, нельзя терять ни минуты. Найди друзей и спаси своего любимого. А я девочка. Я девонька. Так, тап. Тут пчелы, тут муравьи, тут жуки. Погоди. Вопросики, у меня тоже вопросики. А что, к муравьям нельзя? А, к муравьям. Давай к пчелам пойду. Нельзя к пчелам. К жукам иду. К муравьям. Погоди, в смысле? Я понял. Пью. У, сука. У, затопчу эту птицу. Так, погнали к пчелам. Не, ну лям и спайдер, конечно. О, ты кто? Другалек. Ты друг? Эй! Эй! Подожди. Друг. Давай я тебя станцую. Не хочешь? Ладно, погнали к пчелам. Как уползу к пчелам. Нельзя. Пчелы, выходите. Пчелы. Я пришел. Фига у вас тут. Лозы какие смешные. А где пчелы? Пчелы, выходите. Я дружить пришел. Усюка. Не, ну мы, конечно, спайдер. О! Привет, паучок. У меня для тебя задание. Королева пчел готовит принцессу, которая возглавит новый улей. Для того, чтобы подготовить принцессу, ей нужно маточное молочко. А чтобы сделать молочко, нужна пыльца. Но только самая лучшая пыльца розовой орхидеи, 20 зерен, должно хватить. Принеси пыльцу на вершину кроны, она в долгу не останется. Пойдем. Принесите королеве пчел 20 зерен пыльцы. Давай, погнали, показывай, куда идти. Давай, я как спил. Опа. Ща я как это самое. Лучший спайдер галактики. Есть. Давай, 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 веди. Тут шороху на виду. Три. Погоди, ты же летаешь. Тебе не проще эту пыльцу самой собрать? Или это просто квест для меня? Ё-моё. Это что такое? Вершина кроны. 5000 сантиметров. О, высоко. Давай, веди меня. Я там был.
Был. Куда? Вниз? Туда? Ты дурная! Куда мне идти? Ой, пчела, не беси меня. Уии! Пчела! Где эта пчела? Я нашел три. Мне выше? А-а-а, шипы! У, сука! Вот, туда. Короче, я понял. Пчела мне больше помогать не будет. Так, спокойно. Спокойно. Четвертая пыльца. Хорошо, красиво. Фига там кто-то вертолетит. Как вы еще такие крутые не собрали в своем улье на вершине кроны пыльцу? У меня вопросики. Я не знаю, за что я держусь, за что-то. Нет! Нет! Да ты чё, заново? Ты чё, пошутил? Не надо так. Хорош. 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 Замечательно, спокойно. Это в смысле? Вот туда и есть такое, есть контакт. Опа, поднялся. Сохранился. Вершина кроны 4700 сантиметров. А, до вершины 4700. О, это конечно. Это, конечно, будет длительный подъем. Мы наверх можем попасть? Можем. Лоза вижу. Так, там павучок маленький живет. Привет, павучок, я к тебе. Я что, сожрал его? Я думал, мы друзья. Ничего себе, мы плотоядная тварь. Так, стой, мне тебя жрать надо? А ну сюда иди. Пчела, не мешай! Пчела! Видели эту пчелу? Усюка. Мое. Тихо, тихо, спокойно. Опа! Опа, красиво! Опа, хорошо! Еще одна пыльца. Так, блин, ну сложновато, я вам хочу сказать, на самом деле. Кажется, что легко, а нифига не легко. Танцуем, танцуем! Пыльцу гони. Семь. Нет! Та-та-та-та-та-та! Усюка. Так, где тут верхушка? Хорош. Замечательно. Великолепно. Поднялись. Еще выше. Еще выше. Ползаем. Тихо. Тихо, спокойно, я говорю. Хорошо. Нам сюда, я же как из лазера выстрелю. На нахуй. Ага. Да-да-да, вот так. Павук. Мой. Ням. Не, ну мы прям демоны. Опа, опа. Сюда. Это восьмая.
Там еще на вершину кроны потом забраться. Еще не знаю, где эта вершина кроны будет. Мы наверх поднимаемся? Шипы не бьются, я понял. Так, хорош. Нам не падать. Нам не падать. А, погоди, а где проход? Меня не научили проходу. Мне не показали. Это проблема. Погоди, проход-то где? Слышь, другой. Нет, блядь, как я далеко. Я ж далеко. О, конечно, да. Ну, Сэнь, ты даешь. Надо было паутину строить, не выеживаться. Блин, это будет далеко. Погоди, а что такое? Почему не работает? Да, блять! А там что? Тоже иголки? Погоди, я не понял, что такое? Что за нах? Ватахек, как говорится. Опа, павук. Тихо, тихо, хилимся, живем. Хорош, мой павук. Моя пыльца. Так, куда-то я пришел. Сюда иди. За ветку зацепились. Нормально пойдет. Танцуем! Самое главное, не забывать танцевать. Позитивный настрой наше все. Ладно. Поднимаемся. Опасно, опасно. Что не так? Так, а ну стой. Тихо. А почему ты не ходишь по ней? Усюка. Не порви мне эту мою паутину, слышь. Да нельзя. Куда нельзя? Непонятно, куда нельзя. Мне сюда, что ли? А что здесь? Непонятно. Ладно, давай нам сюда, значит. Логично. Главное танцевать. Главное танцевать, дамы и господа. Здорово, пчела. Ты меня кинула! Привет, привет, какая-то ты странная пчела. У тебя должно быть мощные крылья, раз ты добралась до этой ветки. Давай вместе перелетим через эту пропасть. Покажи мне, как ты это делаешь. Слышь, я тебе покажу. Я тот еще Спайдермен. Опа, и павук мой. Держимся! Так, хорошо, живем. Хилимся, живем. Спокойно, спокойно, я говорю. Хорош. Мой павук.
Так, а где сохраняшка? Где чекпоинт? Нет, 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 нет. Куда ты улетела, пчела? Слышь, тварь. Такая хитрая, главное. Покажи мне, расскажи. Все тебе показать и рассказать. Я и так пыльцу за тебя собираю. Опа. Интересный способ летать. Но к результату у меня претензий нет. Ну ладно, лети дальше. Удачи со сбором пыльцы. Блин, меня просто кинула она. Вершина кроны 3600 сантиметра. Это ее была задача 100%. Она на меня ее повесила. Я знаю таких пчел. Усюка. Трутень ты, а не пчела. На нахуй. Так. Вершина кроны 3500 сантиметров. Что-то две сохраняшки так рядом. Долго сохраняшек не было, а тут прям две рядом. Сколько у меня пыльцы уже? Я не помню. Штук 8, да? 9? О, сейчас посмотрим. Я 13 пауков нашел. Они мне что, экспириенс дают или что? Интересно тоже. 12 у меня пыльцы уже. А-а-а, это хорошо. Так, стой, там павук был. Кусь. Опа! Поднялись. Опа! Присумонились. Здорово. Видала всех этих плодовитых, плодовых мух? Раздражают. Ты ведь паук, а пауки могут их ловить и есть. Но это я так, к слову. Мне грех жаловаться. А, это не пауки, это мухи. А что они на паутине делают? Это мухи летают плодовые? Вот это ж маленький павучок. Но муха не будет на паутине чилить. Слышь? Сейчас поймаю. Так. И это 13. А ну давай муху съедим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спокойно. Спокойно, я говорю. Спокойно. Все хорошо, не, все. Не это самое, не выеживаем. Муха. Хотел сказать, не выеживаемся, но там муха. Она меня это самое провоцирует. Слышь, муха. Это, кстати, хорошая штука. Так делать. Так, ща я как наплету здесь павутины. Сетку сделаю такую, чтобы мухи не летали. Шмышли. Нормально, сейчас как подлетит. И все, и габела. Это как? Это все, тут поймано будет. Смерть с небес. Ну, короче, такая не супер красивая, может, паутина, но зато она рабочая. Блин, я сейчас эту штуку расстреляю, если. Танцуем. Блин, съесть. Кусь. Так, хорошо. Мне что, вниз теперь? А как же крона дерева? Как же залезть повыше, нет? А, тут цветок, все.
Нет, вы чё? Вообще серьезно? А моя паутина осталась? Моя паутина осталась. Хорош. Хоть что-то хорошее тут есть. Нет, то, что паутина остается. У сука. Кусь. Сюда иди. У сука. Это есть? Погнали. Ну мне сюда явно. Так, листики. Воу-воу-воу-воу-воу. Кайф! У нас маленький парашютик. Блин, это очень крутяк. Это очень круто. А такое количество взаимодействий создали благодаря буквально двум действиям с паутиной. Погнали! Уи-хи-хи! Блин, такая милая игрушка, я не могу. Так, спокойно, спокойно здесь чилим. У нас виндсерфинг, если вдруг кто не заметил. Мы просто мирный павучок. Который... Опа, цветочек. Спокойно, вот так. Танцуем, потому что мы пыльцу нашли 15-ю. Пыльцу нашли 15-ю. Хорош. Наверное, нам вниз. Явно вниз. Куда-то сюда. О, чекпоинт. Вершина кроны 2200 сантиметров. У нас уже, между прочим, 15... Тихо, спокойно. Спокойно. Я говорю спокойно. Ты смотри на эту мошку. Съел. Сучку. Так, сейчас. Блин, ты чё, серьезно? Ты серьезно, да? Ты серьезно? Ну давай. Так, смотри. Опа, опа. Так, допустим. Слушай, это удобное перемещение тоже. Не жри! Ты... Кусь! Тварь какая. Лишь бы мне паутину испортить. Так, хорошо. Во-во-во-во, вот так и идем мы. Вот так мы и идем. Так, хорошо. Отлично. Серьезно? А что ты на ней? Ну, такое. Ну, такое. Я думал, мы сейчас за свою паутину будем цепляться и перемещаться быстро. А мы не будем, судя по всему. Окей. Присумонились, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаем стабильней паутину, чтобы она выдержала наш прыжок. Опа, пополз. Ля красавица я.
На. То, что у нас лазерный, лазерное зрение, это вообще огонь. 16. Вниз нам. Я обратно-то выползу. Вы не волнуйтесь за меня, дамы и господа. Опа. Пью. И вот так. И вот так. Да, и вот так. Вообще красота. Кусь. Хорош. Так, что-то я уже запутываюсь в этой кроне. Нам куда? Мошки поганые летают. Бесит меня. Паутину мне пытаются порвать каждый раз. Но игрушка ультра милая. Я там видел еще, погоди. Я там видел эту самую. Цветочек. Вот он. Хорош! Пью! Нет, 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 нет! Это было так хорошо. Да не хочу я сюда, погоди. Во-первых, вот. Погоди. Опа. Так, это хорошо. А во-вторых, еще не все тут. Я еще видел. Где цветы? Меня это самое, меня не наебешь, как говорится. Где цветы? Они что, выше все? Ладно, поехали. Я думаю, я еще три цветочка-то найду. Вот, еще один сразу. Сюда иди. Ой, она меня понесла! Она меня понесла! Кусь? Это, кстати, неплохо, я оседлал муху. Вершина крон 1800. Да ладно! Серьезно? А я муху так не оседлаю круто, как в прошлый раз уже. И есть такое? И куда? Ага, не сюда. Хорош, хилимся, живем, как говорится. Павучок, кусь. 20 павуков съел уже. Ляй, хищник. Так, и это у нас 19. Ну, блин, почти. Тут явно цветов больше. Потому что ты можешь какие-то пропустить. Нет! А куда отсюда? Погоди. Должен быть какой-то ход, лаз, проход, не знаю. Правда ведь? Вниз нельзя. Вниз прям а-та-та. Ну куда-то там можно. Сюда, кусь. Хорош. Хорош. Так, уж какие-то желтые цветы пошли. Мне вниз? О, здорово. Я хотел Алексея притянуть, не получилось. О, снова ты. Хорошо, что ты поучаствовала в сборе пыльцы. Вершина кроны вон там, чуть дальше.
Надеюсь, ты сможешь достать 20 зерен. Королева ждет. Да я-то смогу, у меня уже 19, слышишь, подруга, ты меня это самое, на слабо не бери. Не надо меня. Опа, листик. Так, сохраняшка. Вершина кроны 1200. Тут нет цветка. Тут должен быть цветок. Погоди, тут цветка не было, в смысле? Я сейчас как найду цветок. Опа, 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 хорошо. Так, ну куда-то сюда. Ой, нас сейчас как ветер погонит. Не, ну красиво мы летаем вообще, да? Не каждый павук так смог бы. А у нас еще благая цель, мы спасаем молодого человека. Такого красивого павука синего. Пусть. Так, это окей. Последний цветок меня интересует. Меня интересует последний цветок. А, я понял. Это было очень плохо все. Где я? Дай мне, спасибо. Полетели вниз. Раз вверх нельзя, значит можно вниз. Вот сюда, наверное. Да? Кусь. Ням. 4 мошки съел. Вершина кроны 500. Погоди, последний цветок-то нужен мне. В смысле уже 500? А ну, поднимай меня. Я кровожадная паучья особь. Все жру. Еще и нервничаю, потому что цветок не могу найти. Где цветочек? О, вот это хорошо. Ля-л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 я. Хорош. Ля, мы хороши. И еще. Если я больше соберу, мне какой-то бонус дадут, там типа 2 пчел. На помощь. Нет! Хорошо, что не теряю всю эту пыльцу. Я только сейчас задумался. А, прикол, если бы я терял пыльцу. Типа, начинай заново. Это, наверное, какой-то хардкорный режим, если он тут есть. Ты начинаешь заново. И ты начинаешь не любить эту игру, а ненавидеть. Я думаю, что все-таки целью было не посеять ненависть. Это вам не Sekiro Shadow Die Twice. Так. Это хорошо. Опа. Ой, какая там большая пчела летала. Тихо. Так. Опа. Здравствуйте. Смотрите, это паучок. Говорят, ты помогала собирать пыльцу. Если у тебя есть 20 зерен, то заходи. Королева ждет. У меня есть. Ну какая? Приветствую, королева. Добро пожаловать в мой улей, паучок. Я о тебе наслышан. Ты принесла пыльцу для маточного молочка. О, да, из этого получится прекрасное маточное молочко.
Новая принцесса будет великолепна. Подожди немного, пока мы ее подготовим. Я уверена, что она захочет с тобой встретиться. Принести королеве 20 зерен пыльцы. Я могу потанцевать в честь принцессы. Трепещите! Принцесса прибыла. Она так прекрасна. Такие мощные крылья. Спасибо тебе за помощь в приготовлении маточного молочка. Паучок, пока я росла в соте, моя мать рассказала мне о том, что с тобой произошло. Ты отправляешься в спасательную экспедицию на волшебный остров в облаках? Лучшей тренировки для укрепления моих новых крыльев и не придумать. Пойдем со мной, я отвезу тебя домой и помогу подготовиться к путешествию. Подружиться с проводником. О! С меня сразу могли взять вот так, да? И наверх закинуть. Спасибо! Меня хотя бы домой подкинул. Уже неплохо. Игрушка очень милая, на самом деле. Крайне милая. Мне кажется, ли ты летишь выше? А что же, вы еще выше, чем вы? Я столько забирался наверх. А тут меня летят в неизвестном направлении. Все выше и выше, как будто. Там можно было на таб пропустить, но не знаю. Я подумал, может, тут какая-то будет забавная кат-сцена или диалог. Давайте. Ага. Ага. А это что? Это я тут кого-то не сожрал, да? А вот тут сожрал. А, это тут я не все нашел. Ох, сколько тут было. Не, ну норм, кстати. Так, отлично. Спасибо, спасибо, что подбросила. Так, сразу вяжем себе тут это самое дом. Дом вяжем. Это наш дом. Чтобы никто это самое не посягнул. Слушайте, игрушка очень милая. Вопрос в том, буду ли я проходить ее. Я так понимаю, она не очень длинная. Мы посмотрим. Я планировал одну серию по ней, если честно. Но она крайне мила. Крайне. Поэтому я подумаю. Посмотрю, что вы мне напишете. Захотите ли вы увидеть продолжение или нет. Мы танцевать можем тут. Это вообще великолепно. Вот эти паучьи танцы — это самое лучшее, что есть в этой игре. Они ультра милые. Давайте на сегодня закончим. Я подумаю, честно. Может быть, запишу еще, может быть. Но пока что не обещаю. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся с вами в следующих играх и других видео. Всех обнял.